такое вот голодное утро путешественников. Куда мы приехали? Ну, мы находимся на территории Моральника, сафари-парк так называемый. Вот он. Олень, так все, смотрим на оленей. Раз, два. А вот это с рожками, это оба мальчика? Но они все без рожек, это самочки, они побежали до конца. Вон, побежали, вон, видите? Вон, пошли. Так, раз, два, три, четыре. Это вон шестой сзади. А это те же самые или это другие? Мне трудно сказать, как бы. Вы каждого в лицо не знаете? Каждого в лицо не знаю, у них бирки есть, но на таком расстоянии трудно рассмотреть. Там с номерами или с именами? Нет, с номерами. С номерами? Да. Там 100, 101 или там единичка? Нет, там четырехзначный номер стоит. Даже четырехзначный? Да. Ничего себе. А вон барашки побежали еще. Да. И куда они вот сейчас? Ну, сейчас у них курсирование, вот они по склону растекаются и по кругу у них так день циклично проходит. То есть бараны ходят по кругу, если что? Да. У них свой умысел. Там, где они прошли, травка поднимается, и уже на обратном пути они могут снова. Мы продолжаем наблюдать за оленями. Вот куда мы сейчас поедем? Ну, мы видели до этого только моралов. А сейчас есть возможность увидеть пятнистых оленей. Часть поголовья здесь. Кстати, там есть еще и с оленятами. Да, у нас в этом году три оленухи отелилось. Вот она догоняет своих оставшихся. Да, потому что мы молодняк завозили. В этом году будет крыться, я думаю, что все, наверное, 20 голов покроют в этом году. Так что на следующий год ждем... Пополнение, да. Приедете, будете водиться, нянчиться. А из соски кормите? Нет, конечно. Нет. Не настолько же. Нельзя в них инстинкты, чтобы они теряли свои. Вон какая любопытная. Природные. Ну, это же та же наша модель, которая... Конечно. Вот, так и ждет, когда далеко не убегают, не боятся. Слышите? Да, Лена. Это звук морала. Это свистит морал. А кому он свистит? Вот еще баран бегает, но морал. Кому? Кого он зовет? Он обозначает себя, вызывает на бой соперника и созывает самок. Какая магия. Магия природы. В Солонежинском районе просто невероятно. Но нам надо возвращаться. Да, нас там ждет. Наш барашек, думаю, он уже готов. Поедемте.